Здравствуйте, мои дорогие зрители, смотрим мега-битву. На чё за карта-то вообще, а? На воздухе слева у нас Джази, 1500 из клана Еврей. Ну, вроде как хороший ситончик, но 1500. Для высокого уровня ситона вроде бы маловато. Кто против него на воздухе справа? 1900! По идее, воздушные битвы, судя по балансу, должен выигрывать Серафим. Вообще, ну мы поглядим, конечно же. Будем смотреть на Сиона. Центр уже выходит. Справа у нас кто такой крутой серый? Магнетик Дима. Ру игрок, ему, наверное, уже лет 17. Подрос, он начинал играть в эту игру вроде бы в 13 лет, что ли. Сейчас, наверное, может даже 18 ему, то есть он вырос. Он потерял, так сказать, все, что можно в этой возрасте потерять вместе с этой игрой. Возможно, под нее даже. Гибмасти к нему выходит навстречу, двухтысячник из Финляндии. Очень мощный Сейтан игрок. 2000 рейтинга, но Магнитик, может быть, его и переиграет, потому что он моложе. 1600, правда, рейтинга. Не знаю, посылал он его или нет. Вроде бы, казалось бы, молод, но Гибмасти очень часто бывает прикалывается, типа, знаете, как бы шутит он все. Начиная просмотр с обычной скоростью на Роке, на скале Кухва, фиолетовый, 1700 из клана ИСИ, наш Ру-клан Ситон Склач ИСИ переводится, но там не обязательно Ру-игроки, разные могут быть, Фаст Т3, Т1, извините, Бомбер от Уилли, Уилли это который фармслейте у меня был в кастах что-то в 17 году, может даже в 16-м, фармслейте, крайне опытный игрок в правой команде, 2200, то есть заодно это я уже готов ему дать преимущество, просто заодно это, и смотрите, он как на центре, сразу же подкалывает Гибмасти. Т1 бомбер. Опа, минус 2. Минус 2 инженера сразу же. Воу-воу-воу, разведчик еще есть на всякий случай. Ставится отметка. Ну что, дескать, где защита? Маспако. А истребитель зеленый улетел в другую сторону. И будет сейчас сдохнуть здесь. Возможно. А может нет. Но здоровья-то у него маловато. Делает вираж. Помочь там. У Т1 бомбер сколько? 2 килса было. Сколько? Уже 5 килсов. Еще один залп он, видимо, сделал. Троих замочил. Так, смотрим. Где бомба? Вон она. Пх! Ну, сплэшем задело, но не более. Не убил. Окей, фиолетовый помог. И здесь нуб 7. 1900 рейтинга, много, да, против желтого, Харца 99, ну не против него, ладно, ну как я имею в виду, две симметричные позиции, господи, здесь сразу же дроп, ребята, на центре идет движ, да, ну здесь дроп, а дропы на ситоне в самом начале, это мега часы клевые, и мне всегда они нравятся, причем, смотрите, фиолетовый забрал и свой островок. Да, туда дропнул. И еще и сюда не применул дропнуть, да. Окей, окей, а где стройка-то? Начинай строить пушку там или завод, что-нибудь, тебя же сейчас зарекламит инженер. Они стоят, они смотрят друг на друга, как в вестернах. А, они не видят, что ли? Ну вот он начал, они начинают рекламить этого инженера, сейчас он будет сдохнут. Ну, он отходит. Кто кого перемикрит? Ой, они не туда, мискликнул, что ли? Наверное, хотел нажать на этого рекламить, а рекламит масс-экстрактор или что? Я не знаю, по крайней мере, хочет ему испортить немножко экономику. О, я остался в живых, даже один фиолетовый. Так, погоди. Чё по центру? Там ведь тоже движи, постоянный магнитик. Гибмасти был поврежден, но его войска уже здесь, вблизи. Они вблизи. Он родился в этой слизи. Так, ну что же, здесь дроп гасят. Окей, пока что нового дропа мы не видим. Что по центру? У Гибмасти потеряно почти 5000 здоровья. Ну ладно, 4600. Забрал магнитик, все. Молодец. Гибмасти продвинулся немножечко дальше. У него осталось здесь еще реклейм. Вот еще довольно-таки толстая кучка. Сытная. Блин. И он здесь будет пытаться, видимо, закрепиться. Может поставить стенки, а может быть атаковать дальше, атакнуть. Может быть попробует помочь Нейволу. Мы не знаем. Мы еще будем наблюдение продолжать. Здесь остров захвачен, строится первая верфь фиолетового. Что у фармслейте? Вилли который. Ну, Вилли гораздо сильнее любого игрока здесь. Честно вам скажу сразу, не буду пытать вас спекуляции. Он сильнее любого игрока, что здесь сейчас присутствует. Он в море выходит, воздух у него есть. Ну, фиолетово тоже есть, все, в принципе, симметричное. Ребята стоят, смотрят друг на друга. Т2 будет у Гибмасти значительно раньше. УФовские пушки будут строить. Возможно, продвигаться с этими пушками постепенно. Вот так дальше, дальше и дальше все их строить. Но здесь Авроры, эонские танки. Вот они.
которые ховерные. Во-первых, они ходят по воде. Ладно, это не во-первых. Во-вторых, а во-первых, они стреляют дальше всех. Они стреляют дальше даже, чем командир. То есть они командира могут убить, и тот не нанесет по ним ни одного выстрела. Но это нужно микрить. Ну, соответственно, микроконтроль, конечно, в этой игре важен. Подождите, а здесь что такое серое? Добежал! Добежал аж разведчик сюда! Валит лес! Ребят, этот лес очень важен в изначальных билдах. Не добежал, доехал. Видите? Все деревья, что будут свалены, они исчезнут. Пытаются отреклеймить его, и что-то глючат. А, ну они, видимо, лес реклеймят. Они, наверное, реклеймят-то деревья, так просто выглядит. Этот разведчик, если убьет инженера, хотя бы одного, все. Билд испорчен уже у воздушного игрока. Вы такие, да как же так? Да? Ну он не убил, но зато повалил некоторые деревья. И эти деревья разрушают так называемые стаки деревьев. То есть можно зареклеймить деревья по одной штучке, а можно нажать и сразу реклеймить целая область. Но если там одно дерево было вальнуто, то есть через него проехал танк, и деревья, короче, упали как бы из-за физики игры, да? Все, стак деревьев уничтожается, реклейм в экономику, сбор энергии сразу же снижается. Это плохо. Поэтому мув от серого. Кто это? Магнетик гигантский. Огромный, колоссальный эффект, возможно, будет иметь. Так, ган рейндж он сделал. И ган... скорострельность, ган спид. Видите, он будет стрелять не вот по эту красную линию, а по желтую еще дальше, плюс у него аврорки. На дальниках он может попробовать пробить сейчас гибмасю. Но у гибмаси, правда, одна Т2 пушка уже есть, и она не одна. У нее три ствола, и они все стоят одновременно. Хопа, смотри, накидывает сразу он по магнитику. Начинает, включая кинематографик виды. Я случайно нажал не на ту кнопку, поэтому кинематографик виды отменились. Сейчас мы опять их включаем. Вот они. Оверчарж кидает магнитик. Ой, как много здоровья ты потерял. У него же было полное здоровье. 11 тысяч, да? Представляете, сейчас уже желтое. Так, сколько FPS выдает нам игра в таких видах? Да, нифига себе. Вот. 2080 супер видеокарта. Процессор 3900X от Ryzen. Отлично. Точнее, от AMD под брендом Ryzen. Отличный FPS. Вот сейчас уже 60. Спасибо разработчиков за это. Ну, я оставлю FPS, мало ли пригодится. Кому интересно будет, так тактички строить гибмасти под водой. Хороший мув, то есть он может стрелять. Тактически, знаете, вот на этот масс-экстрактор забрать. Хотя ПРО эонская строится. Ладно, эонская ПРО поможет. Ладно. Магнитик, видимо, понимает, чем это все грозит. Фиолетовый подходит к берегам желтого. Хочется что-то... О! Подожди, дроп! Да дропшип уничтожен, но успел дропнуться командир! Очень рискованный мув из Т3. У Куку апгрейджен Т3, он очень быстро будет строить! Дело в том, что был рискованный мув. Если бы был уничтожен транспорт, который вот здесь сейчас еще затанывает погружение. Если бы он был уничтожен, когда в нем сидел Кухва бы сразу помер. Весь командир сразу помер. А это колоссальное преимущество для правых было бы. Потому что контролировать все фиолетовое добро пришлось бы кому-то другому. Здесь дроп от желтого. Там уже торпедник у желтого готов. Торпедоносец, который летает. Соответственно, он может поуничтожать. Один килс уже есть. Может, даже скоро два будет. Он уничтожит эти фрегаты. Тут еще подлодка. Но прямо это сам Кухва выходит. Ребят, сам Кухва выходит здесь рядом с берегом. Что ли будет строить? Ситуации критические. Очень интересно. Самое начало Ситона мы наблюдаем. Самое начало. И уже такое начало. Блин. Что ж там будет делать Кухва-то, а? Ну, здесь дроп-то тоже интересно. Посмотри, ребята. Кухва строит антиэйр. Антиэйр сразу против бомберов каких-то. Господи, жесть. Не, я хочу это смотреть нормально, чтобы было видно и дроп, и то, что Кухва там делает с обзором. Он заводы, что ли, вознамерился делать? Он строит пушку Т1, она обстреливает здесь, она обстреливает, господи. Артиллерия, правда, есть артиллерия, стреляет сейчас по этим пушкам. Куча пушек. И смотрите, Т1 пушки строятся с большой скоростью, с высокой. Почему? Потому что Кухва Т3 апгрейжен. Скорость строительства Т1 пушки, там одна секунда примерно, может быть две. Клоус, говорит, клоус. Господи. А, это, видимо, какие-то тактички кидал гибмасти. Там они пишут, что, дескать, что-то попал, что-то не попал. Провили. Видимо, он хотел Вилли масс-экстрактор запотать. Или что, не знаю, но здесь ситуация поинтереснее. Так, дроп уничтожен. Что же с этим заходом? Очень дерзким. Прям сразу в начале игры. Музыка что такая унылая? Давай пожестче. Да давай жестче уже. Ладно, ну примерно такая. Во, короче, Властелин колец ставил.
Ну, чуть-чуть не похож. Блин, то ушало здесь даже встало. Радар, то ушало. Завод строит артиллерию. Артиллерия, правда, выйти не успевает. Дохнет там от выстрелов. Ну, ладно, хотя бы собирает на себя выстрелы, которые не получали у то ушало и сам командир. Блин, они все живы. Три у то ушало уже. Что они делать-то будут? Ган начинает делать. Гибмаси говорит, это транспорт, пожалуйста. Он хочет что? Он хочет перелететь вверх или что? Не знаю, зачем. Зачем? Ну, он может просто перейти через перешеек. Не знаю, очень опасно сейчас перелетать. Очень опасно. Здесь атакуют также магнетика. Магнетика щит. У него три обливена. Нормально. Все это поумирает. Огромный рейндж у него. Огромный. Может, его чаржи кидать. Но здесь ситуэйшн. Так и не разобрана этот ситуэйшн. Чем же разрешится? Т-2 ганшип строится. То есть, штурмовик, чтобы с воздуха стрелять. Но здесь Т-3 один! Т-3! Стоит даже две штуки. То есть против даже Т-3 бомбера он справится в легкую. Понимаете, против Т-3. Что этот спам здесь сделает? Что эта артиллерия вознамерена достичь здесь? Даже не попадают никуда. Ну, вот и вот ушало, правда, чуть-чуть здоровье сбито. Но этого мало. Очень мало, что же делать? Магнитик пока отступает. Атака розового прерона. Сам розовый где? Вот он тусуется пока, что транспорт до него не долетел. Окей, просто мало ли в транспорте. Если его там собьют или что, надо будет это все спалить, увидеть. Артиллерия уже продвигается дальше. Мы видим захват пляжа сразу же. Причем не после морской осады. А тут же просто, он просто вышел, просто из-под воды вышел командир и начал строить. Конечно, был не готов к этому желтому, говорит, вы чё там? Все люди как люди, нормально, атакуют. Так, еще дроп, ух ты, дропать будет что ли? Да, дропать сюда в помощь Гибмасе, хочет усилить эту атаку. Так вот, все люди как люди атакуют по морю. Я и строил торпедники, вот эти вот летающие, которые стреляют по морским юнитам, погруженным в воду. А ты тут взял и вышел на поверхность, ты что, дурак, что ли? Окей, сам фармслейте сюда дропнулся. Был срочно дропнут на транспорте. Строит обливены, начинается движуха. Обливены могут помочь. Фармслейте все-таки за счет своего рейтинга, одного рейтинга может затащить здесь. Но очень много артиллерии будет выходить. Сейчас прям сразу фиолетовому нужно идти сюда. Фиолетовому нужно это пресекать. Вот эти пресекающие, так сказать, обливены. Нужно сразу... Вот и вот они пресекают. Они наступают сразу же, нужно сразу... И командира нужно высылать, потому что как только встанет, здесь очень много обливиона, все. Это щит как только встанет, еще второй щит, все. Ой-ой, все тяжелее будет отбить, тем более и того шау, смотрите, стреляют-то в холм. Он находится на холме, чуть-чуть на холме. Обливион это стреляет, возможно, даже с небольшим навесом. Холм они перестреливают, а вот у ушала нет. Это проблема. Это большая проблема. И обливионы все нацелены. Смотрите на кухву. Кухва начинает терять хелсы. Очень быстро, очень the fast of the west. О май гад, ты что, сейчас помрешь, что ли? Ты что, помрешь, что ли? Ну ладно, ладно. Он собирает обливионов на себя. Тогда как его артиллерия стреляла по ним. Сбивает щит. Окей, щит сбит. Да, да, да. Но уже белая артиллерия здесь. А где, кстати, дроп-то? Помните? Гибмасти присылал дроп. Видимо, он был где-то с другой стороны там или что, или сразу сдох. Я его пропустил, ребят, must fucking bitch, но вы видели. Главное, что вы видели все ради. Зрители, так сказать. Так, ну что, атака была прекращена, но зато все развитие Харцера Желтого было тоже пресечено. Было снижено. Кстати, а где его торпедники? Розовые истребители сбили все твои торпедоносцы. Да, нечем снайпировать теперь вот этого полудохлого кухву. Он может спокойно отойти. Какие мувы? С самого начала Сейтана. Неужели это будет один из лучших Сейтанов? Не знаю. Будем наблюдать. Ну, по крайней мере, начало было дерзкое и прикольное. Лайк. Так, вон. О, смотри, Гибмасти вылетает. Ребята справа, в курсе ли? Конечно, нет. Они ничего не знают. Не, ну сейчас пока нет. То есть супер-мега-эры Т-3 разведчиков, Т-3 радаров там везде. Конечно, их нет. Так, он двигается сюда, возможно, тактичками, значит, хочет подсбить, наверное, масс-экстрактор. Но здесь Т-2 в количестве трех штук с хранилищами есть. И... Подожди! Он командира прямо, что ли, дропается на желтого? Что он там вознамерился делать? А если он умрет? Не знаю! Жесть! Ну отсюда уже просто так под водой не уйти! Он дропается! А что с фиолетовым? Фиолетовый тоже находится в плохой ситуации! Торпедники строят серый!
Торпедники! Он там что, он их реклеймит? Он реклеймит торпедники, лишь бы они не убили. Подожди, гибмастер там в опасности. Но еще больше опасности Кухва, который решился на рискованный мув. И сейчас страдает этот торпедник, он разбирает. Он реклеймит торпедники, которые в него должны стрелять, и они не стреляют в него. Еще один торпедоловец строит магнитик, смотрите, пытается очень быстро реклеймить Кухва, потому что у него Т-3 апгрейд. Вот что, Т-3 апгрейд. Его фрегаты сюда подошли вовремя. Может быть, выживет. Торпедники вот от белого летят уже, от белого, и все-таки гасят его торпедами. Помирает. Сейчас это все будет отдано, правда. Это не взорвется, это будет отдано. Так, что там? Что гиб? Происходит нагиб! Жесть! Он уже построил кучу! Но это мехмарина, они очень быстро строятся, поэтому такое ощущение, как будто очень много всего понастроено. У него тоже Т-3, он строит триады, осада продолжается. Что эта желтая ботва здесь пытается сделать? Что она себе здесь позволяет? А? Блин, триады прям по земле стреляют. Ну что за ботва вот эта вот? В StarCraft такого нет. Там если у тебя препятствия, там эти сталкеры лазерами стреляют протосовские, да? Если там холм, ну блин, ну, эти выстрелы, они просто огибают холм, да и все. Но здесь это преимущество в этой игре тоже все-таки. Ну, типа, баллистика, тебе нужно учитывать рельеф. Да, это тоже плюс. Это хорошо. Все было отдано Гибмасе. Его крейсера здесь. Ну, они были фиолетовые Кухвы. Теперь они гибмасовские. Продолжают обстрел. Ух ты, какой урон. Неплохой. Так, подожди, а что дальше здесь? Ну, пока что Гибмасе очень надежно здесь обустраивается. Но как ему вылетать отсюда? Проблема. Хотя, может быть, и нет проблемы. Розовых истребителей много. Помните, я говорил, что белый, дескать, по воздуху должен побеждать? Почему? Ох ты, шам, желтый сюда выходит. Ну, потому что он там валил деревья, и рейтинг у него выше. 71 истребитель. Но он, правда, торпедники строил. И сейчас вынужден еще артиллерию строить, помогать. 73 истребителя. А сколько у Джази? У Джази 86 больше. Слушайте, а у Лёва-то больше истребителей. То есть Гибмасе, может быть, даже успеет отсюда вылететь. Он кидает тактичку, которая у него вот там в рюкзачке. Там не только учебники первого класса, также и тактические снаряды. Ну куда? Ну, слушай, ну по масс-экстракторам, наверное, так-то. Блокпост этот пока что супер-мега не атакует. Да, Т-2 масс-экстрактор уничтожен. Причем он апгрейдился. А это вообще-то денег стоит. Все эти деньги будут потеряны. Так, сам желтый выходит сюда, чтобы с расстояния позагашивать. Но, блин, проблема здесь Т-2 куча. Здесь куча Т-2 всякой ботвы. Ух ты, его сразу получает. Смотрите, отходи. Отходи вниз. Вот он вниз пытается отходить. Здесь же рельеф, помните, рельеф. Он спускает. Все, безопасности. Это было страшно. 2/3 здоровья. Еще попадание есть здесь, мимо. Он стрейфится, ему нужно рядом с горой стоять. Прямо на снижении. Еще 1000 потерял. Еще 1000 здоровья потерял. Еще 400 потерял, пока я говорил про 1000. Жесть. Жесть, микрит, куча артиллерии. Но зато он затанковал выстрелы пушек, и в это время артиллерия это подошла и начинает всех гасить. Ух ты, блин, какой интенсив. Тем временем там еще в нижнем бассейне это фармсети. Гасит зеленого, фармсети это мозг. 2200 рейтинга, он-то умеет играть, тем более сетон. Он и там успевает. Но пока что Гибмасе живой, строит еще одну Т-2 пушку, но, ох ты, здесь еще артиллерия, артиллерия-то подошла с берегов, эту артиллерию ему никак не убить вообще, здесь-то скалы, и артиллерия через скалы-то простреливает, ух ты, вот это хороший мув от белого, да, все снимается, все возражения снимаются, и Гибмасе оказался здесь в ловушке, самое начало сетона, куда вообще, такое надо запретить, такие реплеи, оно же постепенно должно развиваться. Так, еще одну тактичку он выкинул из себя. Вот она, желтенькая летит. Куда? Вот она. Прям наверх. Т-2 вверх, HQ. Правда, не вся уничтожена. Ну, сейчас еще одну кинет, он должен понимать. Вот еще одна кинута, я так полагаю, в эту верх. Она HQ, то есть обладает более высокой скоростью строительства. И все остальное. Ну, блин, ну вот он ее не убил. Ну, и чё? Ну ладно, проблема в том, что Гибмасте вообще-то здесь остался, и что ему делать? Под воду уходить нельзя. Хотя здесь его войска, его встречают корабли. Может быть, и успеет. 22 тысячи здоровья, реген плюс 60. Адовый реген, хтонический, циклопический, гигантский. Еще одну тактичку выкидывает. Куда? Надеюсь, верфь он сам, наверное, убил. Или тактичкой. Окей, еще одну выкинул, вот она летит, родненькая, на масс-экстрактор, Харцера уже, кто только Харцера не гасил, так, можно Кухву убирать, кстати, давно его уже не было, да, кстати, заставочки тоже. Отходит Гибмасе прямо, вот, половины здоровья уже нет, рискнул он,
Но не сильно ли он рискнул? На таком риске уже одного слили. Тем временем в правом бассейне продолжается давление бордового. Вилли давит так сильно, что чем сейчас непонятно. Ну там торпедники строят. Кстати, Гибмастер и свои торпедники розовые туда высылает. На тот театр боевых действий, на нижний. Гибмастер продолжает сваливать отсюда. О май гаш! From the Kleine? Отходит, отходит. Я думаю, отойдет. Эта артиллерия выжигается, как будто бы у Таушалы мобильные стоят на этих эсминцах серафимских. У Таушалы лазерами выжигает артиллерию. Белой артиллерии лезть сюда уже нельзя. Осада продолжается, ребят. Гибмастер даже не торопится отсюда уходить. Он построил еще и верфь. Все, ему не надо отсюда уходить. Он нагибает. Еще одну тактичку кидает. О май гад. Да, еще сюда прилетает. Ой, я думал сказать один штурмовик. Я одного видел на миникарте вот этого. Завис. У него Витол. Типа вертикальный взлет-посадка. Витол. Синтол. Так он еще и начинает уничтожать здесь. Чем отбиваться? Белые истребители тусуются. Ну что-то типа они против розовых истребителей борются. Происходит The Air Battle. Блин, штурмовики-то как хорошо, как в тему они здесь, а? Белые истребители серафимские, я вижу, валятся вниз, смотрите, валятся вниз просто. А УФовские истребители розовые что-то вниз-то так особо не падают. У них глобальное преимущество, видимо, Т-3 артиллерия. Хм, интересный мув. Он хочет от морских сил избавиться от Т-3 артиллерии, но потеряет дорогущие установки от штурмовиков. Ой, они дорогущие. Штурмовики полудохлые. Надо отводить их. Один падает. Второй падает. Третий уже падает. Отводи их. Он ищет легкие цели теперь. Беззащитные. Но истребители белых здесь достаточно. И не успевают. Не успевают этот воздух подойти. Но, с другой стороны, эти штурмовики забайтили на себя. Истребители белых и розовые может сейчас почистить полностью воздух. Смотрим воздушные лимиты. Вот они. Рядом с треугольничками. У Джази 118, у Белого 41. Тотальное доминирование по воздуху сейчас. Дроп, дропается от Гибмастера на тот же слот. Что там? Там просто танки. Ну, где какие просто танки? Но они, правда, сейчас будут уничтожены сплэшем. Да, это был слив. Ну что же, продолжаем наблюдение. Да. Вот это жесть. Это реплей. Можно мне хоть какую-то передышечку или нельзя? Так, здесь идет, так сказать, отбив. Отбив происходит. Зеленый смог отбиться. Но у него нет Т-3. Есть. У него есть в количествах Т-3. Вообще-то. Но торпедики, ой, и от розового, и от светло-розового вылетают, да, гигантское количество торпедников. Смотрите, какой урон он носит. О, этот линкор, походу, уже сдохнет. И торпедники даже не помирают, они второй залп успевают сделать. Хотя, казалось бы, они прямо над вражеским флотом пролетают, прямо над ним. Так, ладно, ладно, подождите. Другое дело, что Харсер здесь сделал хроноглушитель. Он хроноглушитель сделал. Внимание, в радиусе, вот этом желтом в радиусе, все вражеские войска не могут двигаться и не могут стрелять. Вы такие, как это? А вот так это. Вы такие, не, это же чит. Да, чит. Но нужно командирам вблизи подходить. То есть воздушные юниты-то двигаются. Вот смотрите, смотрите, сейчас они перестанут стоять, но как только он войдет в рейндж. Видите, а вне рейнджа они его гасят. Риски есть, подходить нужно вблизи. Но если он подойдет, они хопа перестанут двигаться и стрелять. Они будут в локдауне. Фу, они будут заглушены хроноглушителем. Ох ты, выходит гигантское количество. Так, ладно, ладно, не гигантское. Это я для красного словца сказал. Прибежается желтый сюда. Прибежается, возможно, чтобы кого-то подглушить. Но, блин, со своим рейнджем он еле-еле. А вот, вот он прибежается. Ну что, где хроноглушитель-то? Почему не работает? А он под водой не работает, что ли? А, и он не знал, может быть, об этом. Может, он думал, что сработает под водой? Смотрите, я не вижу волн. От него должны исходить волны хроноглушения. И они не исходят. Походу, под водой-то они не работают, что ли? Да, и он подходит все ближе и ближе. Опасно. А что он будет делать под водой? У него ни торпедного аппарата, ничего. Даже Т-3 не вкачан. Вот это риск. Это риск. Он сейчас может помереть. Если прилетят сейчас туда розовые вот эти торпедики, которые идут ниже, то все. Первая эксперименталка уже есть. У Магнетика. Кто? Наверное, вот Колосс пошел просто вперед. Сейчас, походу, Колосс еще будет здесь разбираться. Еще здесь разборка идет. И сверху, как обычно, движуха. Не дают покоя желтому Харцеру вообще. Вообще отдохнуть не дают. Что такое?
Еще один дроп инженера. Фарсети хочет все здесь собрать абсолютно. А где он сам, кстати? А вот он так и стоит. Вот он так и стоит. Он делает и тоту здесь. Сейчас и тота выйдет. И не знают правы, и не знают об этом. Ну, может, догадываются, там, но ни отметок, ничего нет. Он просто, она и тота выйдет сюда и все убьет. Даже магнитика. Вон, магнитик здесь стоит. Че? Извините, что? Ничего не произойдет. Все, они умрут. Они умрут. Вон и тота. Все. Почему хроноглушитель не работает под водой? Ха! Понятно, почему. Не знаю. Блин. Что, я не знаю. Он, видите, рассчитывал на это и рискнул. И сейчас он под водой. Ой, он рискнул, да половину здоровья уже потерял после того, как я в последний раз на него смотрел. Вот ему надо сейчас бы выходить. Вот сейчас бы ему выходить надо отсюда. Потому что, не надо. Сейчас они еще узнают про Итоту. Сейчас он узнает. Не, вот он сейчас узнал! Сейчас он узнал! И все! Это просто The Death from the Blaze! Он может ее попробовать оверчаржнуть. Но этого мало. Вот. Она уже высовывается из-под воды. Начинает стрелять. Пока руки не высунутся, стрелять она не может. Вот уже руки высовываются. Шаровая молния. Пух. Так, далее. Далее стоит. В нее стреляют танки. Здоровье. Десятку уже сняли. Нужно ему высунуться из-под воды желтому. Скинуть оверчардж и сразу обратно под воду. Но для этого нужно, чтобы руки высунулись из-под воды. Но если рука высунется из-под воды, то голова тоже! И он может помереть. Ой, опасно. Вот оверчардж! Есть, попал. Снял где-то десятку, может быть, цитоты. Но у нее еще 30 остается. Ой, шрамони, нет! Все, сплэшем забирают желтого! И тот остается в живых. Но, в принципе, отдача и тот, и за желто. Так, какие-то паузы пошли. Какие-то там то-сё. Так, ну все, желтого загасили. Что дальше? Колосс тем временем здесь наступает. Вот этот блокпост тем временем полностью был прожжен. Еще один блокпост сейчас будет прожжен. И спешно достраиваются щиты. Зачем? Какой-то персик вышел. Конечно же. В оливье спиной упал. Колосс продолжает движение. Половины здоровья, правда, нет. Довольно быстро он помирает. Довольно быстро. Осада-то еще идет. Желтого доконали такие. Ну, ребят, ситонка, такое ощущение, да, как будто он только начался, уже 33 минуты. Только начался, а? Фак! Дальше идет. Продвигается. Здесь еще Еще два пушки есть. Какой-то персиваль. Он может притянуть. Не знаю. Щиты. Так щиты поближе-то подвинь, ну. Двигает щиты поближе. Ой, как он хорошо выжигает эти Т-2 пушки, а? Они вообще окупаются или нет? Вообще, а? Получает ветеранство уже 40 тысяч здоровья у колосса. Ветеранство дает мгновенный буст здоровья. Так, что там с Итотой-то той? Вот это та Итота. 3400 здоровья, но все еще дамажит. Дамажит! Т-3 артиллерия тщетно пытается хоть что-то сделать. Ну, у них есть какие-то килсы, какие-то, но этого мало. Атака продолжается, осада продолжается. Господи, на всех фронтах постоянно движуха, не дадут передохнуть. ФПС падает. В моем мозгу ФПС тоже падает от такого количества интенсива. Смотрю реал-тайм, ребят, одним дублем. Без монтажа и прочность. Мышкой двигаю, одновременно говорю при этом. Фак. Ну что же, у колосса 36 тысяч здоровья. Но он еще одну ветеранство получил, еще одну лычку, еще один буст. Продолжает здесь просто загнобление розового. Отходит. Все-таки решает не отдавать колосса пока что противнику. Может под водой пройти, вот здесь спуститься, под водой Но здесь, правда, много флота зеленого. Не, наверное, под водой колосса все-таки убьют. По воздуху пока мы еще не видим, кто доминирует. Большое количество нот Т-2, типа как корсар, только серафимские, пытается убить и тоту. Пока что не попадает, и тот-то и мастерски микрит. Гибмасси пока что Билли себе не сделал. Будет ли делать? А, вот, кстати, говорят, гиб, давай Билли сделаем, а? И тот убили. Ну, оно и понятно. Давно пора было. Она помирает, своих же инженеров гасит. Но эту массу, я думаю, гибмасси себе и заберет. То есть это не отдача реклейма. Свою и тот он себе же и заберет. Здесь тем временем идет движуха. Но что-то не получается у Фарслети. Не получается у него пробить все, что здесь можно пробить. Что колосс? Колосс пока что тусуется. А, возможно, ждет регена. Но, узнаете, 6600... Реген у него в минуту. Ну, за 2 минуты 12, ну, 13, да, 13-200 от регена за 2 минуты. Ну, более-менее. Вот за 2 минуты более-менее. За 1 минуту, наверное, маловато для колосса 6600.
13 тысяч можно, наверное, подождать. Ну, а в принципе, что? Ну, ждет и ждет. Просто блокпоста тоже усиливается. Больше пресевали появляется. Пресевали это в больших количествах. Вот эти ребята, они просто нагибают. Нагибмассивают они. Ну что, гибмассия? У него попросили в Билли выйти. Он будет уходить в нее? Пока нет, вроде. Но это дорого. Это очень дорого. Билли Нюка, это когда тактичка, что у него в рюкзачке, превращается в ядерную тактичку. Осада идет все дальше. Вот эта вот артиллерия зря сюда выходит. Посланы на смерть. Просто, слава богу, это все наклепанные на 3D-принтере юниты. То есть в них нет там людей или прочее. Потому что, ну, такой посыл на смерть, это жестко было бы, наверное. Продолжается движ. Т-3 линкоры тут огребают от других таких же Т-3 линкоров. Серафимские, мне кажется, покрасивее выглядят и в целом красивее стреляют. Они еще хромированные. Shiny and Chrome. Но ионский линкор тоже ничего. Ну, когда вблизи видно всякое моделирование, а когда издали, ну, такие какие-то обычные. Непримечательно, да, смотрите-ка, Tactical Nuke, вот это так называемый Билли Нюка. Почему Билли? В файлах игры это названо почему-то Билли, возможно, по имени разработчика. Какая-то история там, видимо, есть внутри разработки игры, скрытая за этим никнеймом этой тактической ядерной боеголовки в рюкзачке. Почему-то Билли названо. Что будет происходить, неизвестно. Ну как что, осада продолжается и вполне успешно. Ему надо бы уже высаживаться. Но пока он не высаживается, реклеймит и Тоту. Может быть, он будет строить сначала еще и Тоту, например. Чтобы она... А, да, смотрите, вот она. Она пройдет дальше, ну допустим, пройдет дальше. И пока она идет, можно построить здесь кучу заводов уже. Может быть, так будет. Неизвестно пока что. Здесь такое ощущение, как будто Фарслети все-таки двигает зеленого все левее и левее. Но до осады на верхнем берегу, внизу еще далеко. Я имею в виду, если симметрично они попробуют как-то развернуть поле боя здесь, да, сделать то же самое, что сверху. Нет, конечно, нет. Внизу Фарслети, откровенно говоря, запас. Ох ты, вон, блин, ребят, блин, ну что такое с камерой? Вон торпедники налетают на линкор, 18 тысяч здоровья остается, ну дохни же! Все торпедики, конечно, помирают об истребителей. Но и линкора тоже чуть-чуть повредили, но не полностью. Он живой. Он стоит, ну сейчас начнет затонывать. 2800 остается. Ну что, ну когда ты уже? 1800, ну когда ты уже? Я уж думаю показать, как ты будешь затон... Все. Накреняется. Корабли тонут. Затон... Как будто Чайник здесь еще колосса тем временем. Все-таки, как я и говорил. Я и говорил так сделать. Подступает сюда с лазером. Пытались сигару сделать подводную лодку экспериментально, не получается. Но торпедики налетают вовремя. Серафимские волосы, подводы и водоросли. Ой, как хорошо накидывают по колоссу-то. Ох ты, ох ты, у того было 45 тысяч здоровья, как я взглянул, сейчас уже 34. Ой-ой-ой, он никуда не дойдет. Тем временем Гибмаси высылает таки свою Белинюку сюда. Ух ты, ну правда очень далеко, очень далековато. А, на антинюку, чтобы ядерка сюда пальнуть прямо по базе белого. Вот это хороший мув, вон она, Белинюка летит, но правда, чтобы ее сбить, достаточно двух ПРО, ну может быть трех, вот-вот-вот, она сбивается. Не, все-таки она была сбита. Что там с колосса вышел? Да, он успел таки выйти, но здесь Т-1 бомбардировщик его встречает, но он выжигает все на своем пути, а именно землю, песок. Песок выжигает, чтобы превратить его в стекло. Возможно, очки разбил, ему нужно новые, я не знаю, что... Хотя, кстати, колосс может экономить на очках. Кстати, одна линза разбилась, но ты смотришь в другую, у тебя типа один глаз же, правильно? У колосса-то. А, блин, я перепутал его с циклопом! Гибмаси строится еще одна Белинюка, долго, они дорогие, заразы. А, он решает стрельнуть пока сюда. Дескать, ладно, дальше не пролетело, стрели сюда. А он, наверное, не знает, где стоят вот эти ПРО. Да, он не знает. Он думает, может быть, здесь его Билли была сбита. И то-то еще двигается вперед, продвигается такие. Гибмаси, что там с Белинюками, будет ли еще какая-то свежая? Но по идее, следующая будет сбита, если он ее сейчас кинет. Пока что не кидает, он слева стоит, видите, под курсором. И то-то идет вперед. Она может антинюки, кстати, точнее, ПРО сбить. Она может ПРО сбить еще на подлете Билли. То есть, получится, Билли будет лететь. И то-то убивает белые вот эти ПРО. Если убивает, конечно, вот они правее немножко. Во, смотри, сейчас шарова, если попадет, то Белинюка, может быть, даже и пролетит дальше. А, нет, Белинюка ударилась. Она ударилась об самолет. Видите, она взрывается в воздухе. Там какой-то самолет пролетал. И то-то идет вперед.
Переося будут задавлены. Пх! Мимо прошли на каблуках. Не задавлены. Ну ладно. Ладно, вот он решает ведь развернуться, поуничтожать именно вот эти белые цели. Подавите. Что-то не давится. По утолшалам стрелять не туда. Не туда немножко. Царь подлетает тем временем от магнитика. Здесь еще царь был. Ребят, вы чё? Вы чё? Уничтожает и тот, но ПРО были сбиты. ПРО были сбиты. Сейчас Гибмастер может продолжить сюда стрелять своими беленюками, соответственно. Где они? Будут или нет? Пока что. Вон она слева летит. Вон она слева летит. Еще одна. Прямо по базе. А здесь, здесь генераторов Т-3 куча. Получится сплэшем все поубивает. Вы чего? Она по истребителям попала прямо в кадре. Пок, опять. Опять, видите, взрыв сверху произошел. Это спасло Т-3 генератора его. Они в живых остались, вот они стоят. Жесть, вы чё там, блин, а? Белины обиделись, что ли, с такими репсами? Ну, запретить нафиг такое. Так, ну что, еще одну били, будет кидать или нет? Неизвестно. Вон она выкинута, но в запасах она есть, в принципе. Музыка аж сама вырубилась, ребят, от такого эпика. В Винампе аудиомашина играет. Кто просто будет спрашивать, дескать, что за музыка играет. Аудиомашина, альбом называется «Титан». Вон она, беленюка. Все-таки... А, сбита! Сбита была! Опять-таки генераторы живы. Он спешно строит еще ПРО. Вот, еще ПРО. И еще все. Сбита больше не будет. Окей. В общем, Кухва слева фиолетовый, который первый помер, вот здесь стоял. Он говорит, слушайте, ну они потеряли гораздо больше, чем мы. Они потеряли гораздо больше, чем мы. Но у него еще не так много пробито. Его еще пробивать и пробивать. Первая береговая линия уже все. Но есть еще вторая, соответственно. И хотя у него, смотрите, какие-то приказы стоят уже на постройку заводов. То есть он уже хочет высадиться, но инженерам еще какое-то время плыть. Одна минута 40 секунд мы видим примерное время до постройки этого завода. Ну еще долго, тем более здесь какие-то танчики. Но они хотя бы быстро сдохнут от осады. Тем временем здесь у Розового. Где и то-то, кстати? Где и то-то? Подождите. Вроде же была какая-то, да? Но пока не видно. Вот еще одну и то-то, и все, можно высаживаться. Здесь ли он... Тоже пытается высадиться, но я думаю, что артиллерия, выходящая особенно вот из этих заводов, она в легкую эти меры пресечет. По идее, и то-то нужно, чтобы загнать белого, так сказать, поглубже. Ага, здесь, смотрите, мы видим ионские ПРО. Опять-таки беленюк взрывается где-то в воздухе. Ионские ПРО не сбивают ракеты, они их только лишь отклоняют. И, видимо, там был щит сверху или что еще. И как-то взорвалась беленюка. Нанесла урон по ПРО. Так, может быть, даже постепенно даже и уничтожит их. Но это будет очень дорого. Крайне первая ядрика пошла от Джази. Он забирает студиков, которые производят ресурсы. Экономика переводится в мобильную стадию. И перевозит их куда-то, куда? А куда? Наверх. А что это здесь у нас? Что это здесь у нас? Йолана Ос здесь у нас? Ох ты, как же давно не видели Йолана Ос. Это мега-ядерка, экспериментальная ядерная шахта, инопланетная. Супермощная и крутая. Сейчас будет очень красивый ядерный взрыв, насколько я понимаю, прямо на вылет у того антинюки нет. Какую-то часть ресурсов его получилось таки сбить, транспорт падает. Весьма, весьма красиво. Шоковая волна даже сюда пылью идет. Ну ничего, отмоют мойщики окон. Здесь куча крейсеров. Куча крейсеров закидывают ракетами. Возможно, чтобы ПРО отвлекались на эти ракеты. А беленюка Гибмасе пролетела. Но я думаю, что сего не случится. Потому что одна ПРО может отбивать сразу ракет много. Вот еще одну били он засылает. Где он? Я не вижу. Я не вижу, где он? Где-то там есть, да? А? Честно говорю, я так его и не нашел пока что. Но беленюка, я так полагаю. А, нет, смотри, срывается. О, его получилось. Получилось. Куча ракетниц, куча крейсеров. Отвлекли таки ПРО. Еще и линкоры стреляют. От них отбиваться нечем. О, нет, говорит магнитик серый. Угу, ну все, беленюка может теперь стрелять дальше. Здесь можно уже и пройти. Может, еще колосс пройдет здесь. Пока что, видимо, нет. Берег. Все, осада выходит на следующий уровень. Есть осада и здесь. Но здесь пока с заводами нет. Смотрите-ка. Бордовый.
фарсплете-то, получается у него быстрее выходить в наземную осаду, в высадку. У него получилось, хотя по морю он пробивал гораздо дольше. Но как только уж пробил, все зачищено, все высажено, куча мобильных щитов, все подготовлено, молодец. Этот блокпост тоже, возможно, будет уничтожен, хотя холм мешает, видите, рельеф. Опять же рельеф, холмик мешает эффективно простреливать, щиты будут восстанавливаться, если там по чуть-чуть совсем будет попадать. Совсем по чуть-чуть, так я думаю, нормально. Более-менее. Ох, ты, еще одна беленюка попадает в магнитик. А когда видишь такие взрывы, сразу пугаешься, что дескать... Неужели какой-то командир взорвался? Scout the shit, говорит. Scout the shit. Сообщает. Идет скаут. Видно, ох ты, какое количество истребителей здесь, да. Давайте, кстати, посчитаем. В итоге, у кого больше, да, господи. А, хотя нет, смотрите, по еще одна ярика. По воздушному лимиту примерно равны. Еще на фармслете одна ядрика. 463 у розового. А белый тем временем как, успел ли? А, у него куча торпедных. У него 319 плюс еще 50. Ну где-то сколько? 380. Да, 378 у него. Еще одна ядрика. Но зато 54 торпедника. Он будет по воде. Хотя по воде-то там никого нет. Там флота нет. Еще одна ярика. А! Погоди, это Йолона что ли? Нет, это не Йолона, это просто серафимская ярика, очень красивая. Музыка настолько пафосная, пафоснее не придумать. Хотя, наверное, можно придумать, но при большом вдохновении и напряжении умов. Скоро Йолона будет готова. Ребята справа вообще понимают, во что они ввязались, да? Лу, все они видят здесь, обо всем знают, что у белого. У белого своя Йолона, они ее разбирают, отказываются от своей Йолоны. Почему-то. Зачем? Неизвестно. Гибмастер тусуется здесь. О, торпедики вылетают на него. На гибмасте. Гигантское количество. Он кидает. Смотрите. Рядом с собой супреждение. Что вражеских истребителей, чтобы торпедики отбиться. Есть. Но не сбивает. Не доходит сплэш до него. Не доходит. Пытается щиты отапгрейдить. И гибмастер, походу, все-таки забирают. Возможно, самый ценный игрок левой команды. Все. Это неприятно. Нашли таки его, но он играл очень рискованно. Любит он поприкалываться. Ух ты, тем временем телепорт, и прямо на него, прямо на телепорт идет нуб. Но кто телепортируется? Что там будет? Не будет ли это фейлом? Или заберут сразу двоих подряд из левой команды? Это серафимский телепорт. Может быть студики. Нет, это командир с суперганом. Командир с суперганом сейчас убьет его. Он просто убьет его. Смотрите, как быстро убивает его. Сейчас минус два будет. Сейчас будет минус два. Но он сам тоже дохнет. Успеет ли? Он не успел! О, господи, как плохо! Чуть-чуть! Он же должен был убить его, и все! Это что было? Т-1 бомберы или что, штурмовики, что? И то-то это было! Фукин чикен! Курицей, цыпленком называют и то-то! Да вы че вообще? Нет! Чутка оставалось, но всем остается в живых. Будет контролить всю свою базу. Йолона достроена. Скоро будет залп. Снаряд уже есть. Он поднимается. Ставится отметка. Он поднимается. Вот он. Похоже, что сейчас будет за... Ну... Да, заряд есть, прям под музыку, нифига себе! Вот это совпадение. Пошло, блин, прям камеру разбиты, окуляры! Куда? Эта ядерка требует двух антинюк снарядов, чтобы вообще ее сбить. Наносит урон! Хтонический, циклопический, колоссальный! Да! Но тем временем здесь пробив идет адский. Ух ты, сюда ярика, ярика на эти колоссы, надо тоже смотреть, наблюдать. Они не отобьются! Да не отобьются они от этой атаки здесь. Фармслете Вилли гасит. Так, что там Йолона, подожди. Йолона здесь тоже ярко. Так, ярко. Насколько эффективно? Прям по колоссам. Три колосса будут сдохнуть. Ух ты, вот это хорошо. Это хорошо для левых. Это хорошо. Так, здесь была сбита, вот видите, дымок. Была сбита Йолона. Окей, пока что не пробивают. Пока не пробивают бордового. Пока нет. Здесь и то-то также мертва. Пока что... Атака заторможена! Заторможена была атака. Это что такое стреляет? Ух ты! Это эти миссайл-шипы, как далеко стреляют ионские от Вилли, от бордового.
Очень далеко. Но пока отбиваются. Какие-то здесь из Рейвенджер, там артиллерия. Более-менее пока держат. Но надолго, наверное, не хватит. И то-то. Так, еще одна. Еще одна Илона. Ребят, Илона стреляет. Видите, как быстро она заряжается. Все. И это очень дешево. Слева внизу, видите, ресурсов почти не тратит. Даже если все ресурсы у левой команды забрать. Эта Илона будет стрелять. Будет гасить. Убивать все. Все, что хочет. И два снаряда антинюки нужно, чтобы остановить такой снаряд. Это уничтожение просто. Domination. Я не знаю, что ребят справа буду делать. Но антинюками можно отбиться от Йолоны. Но нужно. Нужно ее сносить. Как? Не знаю. Саму установку, не заряды. Потому что рано или поздно скончится. Видите, уже ноль снарядов в этой антинюке. Уже ноль. А уже запущена еще одна. Еще одна. Они по КД так называемому кидаются. Здесь что? Колоссы идут наверх. Вот эти колоссы. Две штуки. Может, третий еще есть? Нет, пока две. Три! Три штуки. Эти колоссы идут пока на этот блокпост. Я не знаю, почему. Я не знаю, почему они не идут сразу на Йолону. Уничтожить нужно эту установку. Вот эту. Антинюк, кстати, очень много рядом с ней, чтобы не забросали ядерками саму Йолону. Так, что со снарядом? Господи, ну и Сетон, куда столько? Ну, сейчас, наверное, собьют. Хотя, фиг его знает, там было. Да, пролетает довольно далеко. Один, но второй есть. Так, еще. Ноль снарядов в этой антинюке. Ноль в этой. А и все. А и все! Эй, быстрее! Но колоссы выжигают здесь блокпост, да. Они выжгут этот блокпост. Хорошо, я согласен. Но зачем? Зачем тратить время на этот блокпост? Йолона же в то время будет накидывать снаряды. Зачем? Почему сразу не идти сюда? Ведь время еще нужно. Сетон — это большая карта. Она широченная. Ведь пока они дойдут, видите, вот и им до сюда идти уже 15 секунд. Сколько? Больше даже. Все, они идут все равно. Очень долго дергаются там эти два колосса. Решают все-таки доуничтожать. Я не знаю зачем. Я не знаю. Я не знаю. Гибмастер продолжает давать советы. Может быть, линкоры подвинешь к камню поближе для защиты. Имеется в виду, наверное, какие-то линкоры здесь. Но здесь... А, вот эти два, что ли? Ну, дескать, и они здесь уже больше не нужны. Нужно двигать их сюда, чтобы уничтожали, ну, хотя бы артиллерию там или что. Еще одна Йолона летит тем временем направо. Но там эти нюки должны были достроиться. Все-таки летит она долго. Ноль снарядов. Ох ты, свою ярку выпускает Серафим. Давай, ну выпускай. Отходят инженеры. Они понимают, что взорвутся. Ярик опущен в последний момент. То есть он уже принял то, что... А, она не туда! Она не туда! Она была запущена! Он побоялся сюда пустить! Первая Йолона начинает выжигать, смотрите, и... Здесь идет постепенный урон от Йолоны. Вот она начинает, видите, дохнуть. Расходится какая-то мега-волна. И еще одну сюда. Надо было сюда выпускать. Он не знал то, что база уже в его руках. Ярко кинута налево. Но там антинюки есть в количествах. Я думаю, не собьют. Эти колоссы пока тусуются. Они почему-то мнутся. Неужели это диверсия? Диверсия от Бордова. Неужели он играет скрытый агент левой команды? Левой повестки. Почему? Не знаю. Потому что, ну, колоссы давно бы уже убили Йолону. Еще одна Йолона строится! Ну, пока что и то-то. Понимают, что сейчас колоссы-то придут. Но они не приходят. Почему Вилли тянет? Почему? Интересно, что сделает этот царь. Там цари! Да, вот он царь. Царь может упасть на Йолону, кстати, и убить ее. Еще одна кинута. Вот еще одна Йолона. Но здесь уже все было выжжено. Мы с вами мы это видели. Неужели он не знает, куда кидать ему снаряды? А он не видит, радара нет. Он не знает, что выжжено, что нет. Видите, до сих пор отметки, разведданные старые. Поэтому он сюда так и кидает. Он не знает. Да, разведкой пока не хватает, а колоссам не хватает решительности. И приходят вперед они, все выжгут, они выжгут все. Но почему они на Йолону? Я не don't understand this. In the house. А сейчас вот эта Йолона снаряд, если запущен уже на базу, то она не сработает, этот снаряд не сработает, да, видите, нет, все. Потому что антинюки построены, но больше нет снарядов, все, 0-0. А вот, все запущено, вот этот снаряд попадет. Это все, как же быстро она кидается. Еще и Джази присоединяется, куда? На остров, давно, говорит, пора. Что-то ты много ресурсов качаешь, зачем тебе столько? Что-то больно много колоссов у тебя приходит, и колоссы ведь пробьют. Но они не идут на Йолону. Я не понимаю, почему они не идут на скалу, так называемую. Почему они идут сюда? Здесь ничего нет. Но здесь есть мобильные ресурсы вот эти. Но они могут отойти от колоссов. Они на самом деле могут отойти. У них много ресурсов, чтобы... Точнее, здоровье, что они просто отойдут. Йолона тем временем наконец-таки долетает до Флаффинуба, до Белого. Падает.
Соответственно, воздуха можно не ждать, понимаете? Это может сыграть еще в лейтгейме, но мы уже в настолько ультра-лейтгейме, что... Господи, какой был гигантский стоп, вы посмотрите. 20 на 20 километров сетон, то есть стоп сейчас был высотой километров 7. Представляете? 7 километров, вот это 10, вот это 10. Ну ладно, не 7, но 5! Километров. Стоп, о, колоссы наконец-таки приближаются к Елоне. Елона — это единственный шанс у левых победить, потому что данная осада, еще и царь. Не-не-не, это все уничтожит. Я думаю, по ленду бордовый уже выиграл. Он уже победил. Так что, еще Елона. Ну, да-да-да, тут уже пустота, просто левые до сих пор не имеют разведданных. Имеют, чуть-чуть, они знают, что выбили это. Постепенно пролетают разведчики, но не все. Но, может быть, некоторые... Все-таки пролетят, но... Не, там что-то чуть-чуть пролетело, но недостаточно, видимо. Так, здесь что? Колоссы отходят! Вилли все так же нерешительно, но понимаете, да, эти два колосса все-таки не пройдут. Сейчас Елона Ос, кстати, может быть использован для защиты от вот этого всего. Может быть. Они решают идти сюда, замочить сначала Сио. Но зачем? Почему не Вилл? Мне кажется, Вилли этим немножечко ошибается. Может быть. Эвакуируйте командира, Джази! Эвакуирует! Вот он! Он отлетает. А воздуха справа нет. Еще одна Ярика была сбита антинюками вот здесь. Пока что антинюки у Вилли в каких-то местах еще имеются. Джази пробили. Точнее, извините, не Джази, Пинк, Флаффи, Нуба справа пробили. Окей. Так сказать, давно пора было. Колоссы здесь гасят. Они, может быть, хотели найти командира. Выносят тоже вот именно воздушное производство. Да, воздушное производство очень важно. Но истребители-то есть у Роза, уже построены, а у Белого они были, они уничтожены. То есть царями, если будут атаковать правые ребята, да, царями, то есть чем отбиваться. Все-таки воздушное преимущество сейчас в сторону левых. Антинюка, это ядерку уничтожает, может и антинюки снесут. Но я думаю, вот она антинюка, я думаю, после колоссов ядерка сюда не понадобится. Ее не надо будет сюда закидывать. Они и так выигрывают. Реуджерс правее строится, но этот блокпост будет бесполезен. После уничтожения всего здесь, видите, как сплэшем генераторы все повыносили. Осада, кстати, продолжается. Вспомним, помните осаду? Завод это уничтоженный. Серый магнитик успешно защитился вместе с Бордовым. До сих пор нет высадки. Ну, хоть ракетами уничтожают тут всякое. Хоть немножечко, но это далеко не так, как у Бордова. Так, Йолона Ост послана таки сюда. Ого, большое количество тактичек, смотрите. Он хотел тактичками сбить. Молодец. Ух ты! Вот это вот, а я и не... Это что вообще? Ядерка сюда пущена. Он хотел подлодки сбить. Он хотел подлодки ядерные уничтожить, наверное. От Бордова. А он их Бордовый вовремя пододвинул. И сейчас Илону по холоду-то убьют. Убьют Илону. Илон хоть одна-то, наверное, пройдет. Нет! Не прошла ни одна ядерка. Вы чё? Ребят, такие реплеи — это на самом деле запрещенные на территории Российской Федерации материалы. Вы что? Ядерка пущена еще одна сюда. Потом, говорит, сюда. Уже по КД высылайте. А подлодки где? Сдохли, что ли? Они вон застаканы в одном. И кидают уже какие-то тактические снаряды. Тактические есть снаряды, да, у них. Интересно, выжат ли их сейчас, кстати, сплэш от Йолоны? Он очень большой. Да, выжат! Просто аннигилированы. У батлшипа осталось здоровье, видите, с него сняли. А, нет, все, он тоже. Йолона уже сожгла полностью этот стак. Просто выжгла. Здесь были тактички, помните, у магнитика. Когда-то. Они не возыбили никакого действия. ПРО тут в количествах есть, да, в больших и щиты. Йолона продолжает накидывать. Так, ребят, извините, насчет здесь, что здесь тоже продолжается. Ребят, до сих пор непонятно, чья игра. Один час прошел на сетоне, непонятно, чей вообще матч. Не. Мы что, проигрываем, что ли, говорит Гемасис? Подожди. Мы что, проигрываем? Да, говорит Зеленый, да. Не, так не может быть, говорит Гимас. Слушайте, я не понимаю до сих пор. Казалось бы, вообще Вилли, наверное, выигрывает. Наверное, Вилли выигрывает. Потому что, ну как бы, да? Как бы. Но опять же, Йолона это быстро зачистит. Почему он тогда не послал колоссов сразу не сюда? Гибмаси все. Не сюда, а сразу на Йолону по земле бы прошел и убил ее колоссами-то. Я думаю, просто прошел бы, да, теряя здоровье у колоссов и прочее. Но все равно.
Белый говорит гимнастик, ну, который помер здесь, вот помните? Давным-давно, который еще Билли Нюки кидал, он говорит, прикольно, у тебя команда была. А прикинь, если бы у тебя хоть один союзник нормальный попался бы, а? Подкалывает его. Ну, не знаю, ребят, подождите, пока что левые не проиграли еще. Пока не проиграли, вообще-то. Ну, сюда Йолона была кинута, непонятно, в принципе, зачем. Маловато здесь, неужели у него настолько нет разведки, что они даже не знают, ребята слева не знают, что сюда не надо кидать Йолон. Вот здесь продакшена не видит, здесь. Слушай, Йолона кидает настолько часто, что можно ее кидать даже на слабые цели. И ты все равно успеешь все забить. Вот есть, здесь еще осталось три колосса. Они все довольно здоровые. Они здоровые, они могут еще Йолону сбить. Хотя вот здесь блокпост им помешает. И то-то с кучей реведжеров. Так, куда направлено? Куда направлено? Это Ахвасика. Цари строятся. Видимо, царями он будет пытаться Йолону ОС ядерную шахту закидать бубликами. Или с воздуха забить. Но с воздуха не получится. Все истребители у левых остались. Да, воздушный продакшн уничтожен. Как у левых, так и у правых давным-давно. Давным-давно уничтожен. Так, слушайте, здесь пока антинюки сработали. Не удалось убить. Не удалось. Может, он думает, что здесь находится командир Уилли. А где, кстати, самый важный командир сейчас в этой игре? Уилли. Как его увидеть? Вот. Вот он находится под водой справа внизу. Дропнулся туда. Окей, хорошо, вот он тусуется. Интересно, видел ли его кто-нибудь слева? Нет, они не знают, что он здесь. Они не знают. Но, кстати, если разведка пролетит, они увидят его, а потом скроется он с карты. Но его можно увидеть как бы просто так. Йолона, походу, направлена сюда на производство царей. Неплохая цель. Вынужден согласиться. Здесь пока антиэр проходит не очень хорошие цели. Вот эти колоссы, ну, которые более-менее здоровые, еще стоят. Они тут еще тусуются. Не идут на этот блокпост. Его надо обходить справа. Но это далеко. Это далеко. Но надо было раньше думать. Я не знаю. Ядерка направлена налево. Но я не знаю зачем. Потому что мы знаем, что здесь антинюк у Йолоны гигантские количества. Просто хтонические. Циклопись. Так, ну что, царь упадет или нет? От Йолоны. Потому что у нее настолько гигантский сплэш. Но видите, он может от нее убежать. Потому что этот сплэш, он доходит со временем. Да, ой, какой стоп, а. Ну ладно, ладно. Вот это где-то, получается, 10 километров. Да, где-то в 4-5 километров высота вот этого пылевого энергетического столпа от Йолоны ОС. Ну, что же. Еще одна Йолона направлена. Подожди! Йолона направлена сюда. Куда? Они знают! Положи, они знают, что ли! Сколько Йолон вам нужно, чтобы победить, а? Вот вторая... А, вторая уже достроена. Вторая достроена. Все Йолоны нам нужны. Так, Йолона сюда. Подожди, Йолона. Йолона сюда. Уилли. 14 тысяч здоровья, но он скрыт под толщей воды. Но толща небольшая. Йолона! Она ударяет довольно-таки точно прямо в него. Но Йолона должна же его убить. А если Вилли не будет? Один магнетик будет отбиваться, что ли, отдуваться. Он здоровье у него снимается. Снимается, но выживает. Выживает, что ли? Нет! Прожигает таки эту толщу воды Йолона. Помирает Уилли. Самый главный участник правой команды. Похоже, что это все. Справа остается один магнитик. И самое плохое для него. Все приказы сбиты. Все остается на своих местах. Сбиты абсолютно все приказы. Но он сразу начинает контролить колоссами. Магнитик сейчас закерит. Говорит, я бог, говорит зеленый. Он знает, как ты меня нашел, говорит, а? Как ты меня нашел? Я бог, потому что... Окей! Как-то его увидели, видимо, разведкой. Сейчас проблема в том, что магнитику нужно все приказы раздавать заново. Вот все заводы. Он переводит на производство. Вовремя нажимает. Смотрите, это на самом деле высокий скилл. Еще Йолона сюда направлена. Линкоры все дохнут. У магнитика реакция очень быстрая, ребята. Я даже палец сейчас поднял наверх. Прошу обратить на это внимание. Он все приказы резко отдает. Здесь уже все строится. Да. Но здесь, наверное, пока ничего не строится. Поэтому разведка пролетает. Здесь пока ничего не строится, все было сбито, но основные важные функции очень быстро он отреагировал. Колоссы выжигают здесь и тот, но реведжеры успеют убить этих колоссов, и тот-то тоже успеет убить. Пока что не пробивает магнетик, пока что не пробивает. Но что, у него есть еще цари? Вон они, темные тени от бубликов! О, господи, вот это, походу, сейчас будет изменение ландшафта! Цари все ближе и ближе к Йолоне, правда, там вторая есть. Видите, в чем проблема? Если они упадут на Йолону,
и уничтожат ее, а может быть просто сожгут. Блин, здоровье тратится, все, они дохнут, они падают вниз. Мимо, они мимо падают. Две луны остается у верхних до сих пор. Жесть, и зеленая, и розовая. Кидается сюда, на артиллерию. Ну, не на артиллерию, ладно, она пройдет, но на заводы имеется в виду, хотя бы на заводы. Гигантское количество артиллерии, сможет ли от нее отбиться верхний, смогут ли реводжерами? Ну, наверное, нет, но сейчас поглядим. Пока что невозможно понять, кто побеждает. Инженеры идут все дальше сюда. Хотят построить две элоны, способны весь ситом покрыть. И здесь еще высадка. Наконец-то, кстати, вы обратили внимание, да? Только сейчас смогли высадиться сюда, несмотря на ранние мегадропы и прочее. Бордовый зверь, конечно. Кто что обеспечил здесь всю эту инфраструктуру. Но то, что он не пошел колоссами сразу на Илону, мне кажется, это его подвело. Но пока непонятно, кто побеждает. Если эти две Илоны будут умерщвлены, Магнетик серый, я считаю, безоговорочно побеждает. Безоговорочно. Белый говорит, хватит. Хватит, дескать, трайхардить. Что, типа, построй Мавра, может быть, а? А? Но поглядим. Сюда падает Елона, заводы уничтожаются. Ну, не сразу. Постепенно выжигаются вот эти бы заводы еще сжечь. Магнетику надо срочно, извините, срочно что-то придумывать. Царей, возможно, так, еще два царя. Два. Еще третий будет. Три. Два, как мы видели, ничего не сделали. Четвертый. Четыре царя, может быть, что-то сделают. Нужно. Ему нужно было те два еще, возможно, подкопить. Но он же не знал. Это сейчас мы, когда все прошло, когда они упали, уже зареклеймлены, кстати, их островы. Когда они упали сюда, ничего не сделали. Но это же мы сейчас уже знаем, что они бы ничего не сделали. А так, конечно, если бы он их подкопил. Блин, здесь еще идет осада на Магнетика. Магнетик Дмитрий, живи, так сказать, покажи еще. Я не к тому, что я болею за верхних, но после того, как этот ситон переходит из рук в руки. Хочется, чтобы это не кончалось, чтобы они, так сказать, долго бодались еще наравне. А, Маур? А, Маур еще. Не, ну Маур тяжело. А, нет, смотри, отмена! Отмена Маура от Магнетика! Помирает таки. О, неплохо. Неплохая ядерка. Вовремя заметил, вовремя отреагировал. А как это Джази выжил-то, а? А Джази выжил. А я не знаю, кстати, как это выжил, а? Подожди, ядерка была выше, сплэшем не достала. Сбила буквально 2000 здоровья. Интересно, как он выжил. Видимо, я бессмертен, говорит. Unkillable. Видимо, считаются... Вот сюда ядерка попала, что ли, сюда. Они, наверное, хотели еще самого розового забомбить. И было бы, кстати, класс. Так, еще цари. Еще цари налетают наверх. Йолонос падает на заводы такие. Да, эти заводы довольно... Ой, два колосса здесь еще, блин! Но еще цари. Так, что цари, смогут ли они прожечь здесь? Смогут ли они прожечь? Истребителей-то до сих пор много. Вот они, истребители, налетают цари. Цари падают. На нее половина здоровья Йолона нет. И второй царь умерщвляет эту Йолону все-таки. Два всего понадобилось. Кстати, обратите внимание, двое. Не более, но остается еще одна Йолона. Вот она. Я уже был увидел этот остров, подумал, ох, господи, еще одна Йолона, что ли, померла. Это Т-3-генератор. Вот она. Она все еще в живых. А у нас еще остров остался от этой Йолоны. Это еще больше массы. Ха-ха-ха. И цари, говорит Гибмассе. Гибмассе, да, 20... А, 100 тысяч массы, конечно, от Йолоны осталось. Но ничего, Магнетика. Ребят, если у него еще два царя удачно попадут в эту Йолону, Магнетик победил. Ядерка летит. Но если ядерка Магнетика убьет Йолону, тогда он проиграет, как бы, да? Так, сейчас самый важный командир сейчас в этой игре. Магнетик. Где он? Он стоит. До него даже пыль от Йолона дошла. Опасно. Не видит. Они не видят, где он. Хотя ставится отметка, что, дескать, он где-то здесь. Его видели примерно в этом районе. Ему нужно двигаться. Ему нужно сваливать отсюда. Он скрылся у островок, думая спрятаться. Так, еще цари, еще два есть. Вот они облетают сверху. Но прям здесь, прям истребитель. Он прям на них, что ли, летит? Он хочет облететь антиэр пушки, что ли, которые здесь стоят в количестве. Вот они. Он хочет облететь рядом с Йолоной, чтобы там упасть. Удастся любой... Он не знает, что здесь истребители, правда. Вторая Йолона. Две Йолоны, ребят. Так, хорошо. Сейчас, вот он,
хочет обрести. Если он убьет эту Йолону Уоз еще двумя царями, у Магнетика все шансы есть победить. Вот это то, что высадка происходит. Более-менее с этим справляются Т-1 бомбардировщики. Ну не то, чтобы справляются, более-менее, я говорю. Чуть-чуть. Еще в количествах, есть еще количество. Так, царь его... Блин, один падает, царь все-таки! Истребитель сбивает царя! Еще один подлетает. Ну-ка, ну-ка. У царя, кстати, есть глубинные заряды. Он может этих двоих командиров, он может убить. Он может убить. Падает. Падает вниз. Ну! Нет. Не попал. Чуть-чуть не попал. Урона не нанес даже половины. Есть ли у Магнитика какие-то средства для постройки еще пары царей? Вот один есть. Один царек. Еще один строится. И довольно быстро. Довольно быстро строится, кстати, царь. Шанс есть у него. Ну, какой-то. Какой-то. Довольно слабый. Но есть. Он, кстати, делает 668 массы. Производит. Точнее, добывает. Норм. Но если... Ой, если в него сейчас попадет это Йолон, то реплей кончится. Есть, Тантинюка! Но так знают ли они об этом? Ребят, они не знают. До сих пор стоит вот эта старая отметка про Аку. Они не знают. Так, окей. Гибмаси говорит. Мы можем запушить и тотами. Или что он там делает? И тотами, но пока что и тоты не строятся в количествах. Я не вижу зеленого. Но может запушить. Но тут, в принципе, хватает и артиллерии. Ну ладно, и артиллерии пока что не хватает. А, вот здесь и тоты прогоняют такие Магнетика отсюда. У Магнетика шанс вот в царях. Если цари смогут справиться. Истребители, как, кстати, все меньше и меньше становится у Джази. Помните, у него было гигантское количество истребителей. Сейчас у него воздушный лимит 21. Потому что цари, они хорошо работают против истребителей. И они постепенно всех поубивали. Сейчас уже выносить их будет нечем. Если Йолоны не будет, все, цари начнут выжигать остатки. Остатки сладкие. Видите, истребитель что-то вылетел. Поддох сразу же. Но только если эта Йолона не убьет Магнетика. Магнетик гуляет туда-сюда. Перемещается. Но он идет прямо на Йолону или нет? Куда? Одна антилюка. Вторая. Сработана. Но ноль снарядов. Ноль снарядов в обеих шахтах уже. Еще и артиллерия подходит. Они убьют эти антинюки. Они убьют. Магнетик вручную подходит уже на битву с этими артиллериями. Зачем? Цари подлетают уже. Вот он шанс у Магнитика. Один царь падает. Но куда упадет? Нужно, чтобы два царя упало. Надо, чтобы два. Есть! Падает один! Второй! Ctrl-K сейчас, наверное, нажмет. Не, он прожигает. Он решает прожечь. И дожигает таки Йолону! Есть! Йолоны, все! Магнетик теперь может резвиться. Вторая, правда, строится. Точнее, третья. Строится. Магнетик может резвиться какое-то время. Ему дан карт-бланш. Но он потерял уже 2500 здоровья. Вручную махая с Т1 артиллерии. Как будто это самое начало игры. Как будто это пуши. В ранней стадии. Но, о, царь подлетает. Царь подлетает, еще один Магнетик. И его цари. А он выше царей. The Emperor. Он сейчас начнет... Да, хорошо, как прожигает. Сплэшем, смотрите, а? Артиллерию. Но здоровье у него все-таки не очень со щитом-то. Ой, не очень. Ему нужно поаккуратнее быть. Но здесь обливианы. Он отходит под них. Нет, не под них. Отходи ты под обливианы. Опасно. Реально, вот это засилие зеленых может его убить, несмотря на царя. Ему же нужно отходить под статическую оборону, которая хоть как-то что-то может сделать с этим засилием зеленой артиллерии. Ой, тяжело. Так, что может быть еще? Здесь и то-то. Ребята слева восстанавливаются. Забирают базы, ресурсы. Фэтбой. Но царь, если сюда прилетит, кстати, царь все это выжжет. Понимаете? Но ему нужно сюда прилететь. Прилетит ли он? Летит. Он уже летит туда разбираться. Этот царь, он в одиночку может попробовать здесь забрать минимум вот это. А потом еще парочка царей вот это могут забрать дальше. Строится ли еще? Пока что еще царей не строится. Магнитик качает 548 массы, более-менее. От артиллерии вроде бы убежал, вроде бы. Есть ли ядерные заряды слева? Мы пока что не знаем. Пока что не знаю. Что, есть подлодки? Ага, они думают, что это там под водой что-то двигается. Или не под водой, над водой. То есть разведки не хватает. Вроде как будто подлодки. Не, это, видимо, были авианосцы. Они подходят. Какой-то флот у Магнитика не строится. Пока что его мегапланы мне неизвестны. Он встал на месте. Он ждет, пока царь долетит. Извините, где царь? А где он? Только что же был. Погоди, неужели он сбит? Господи, неужели... Неужели царь сбит? Врубаем вид от Магнитика. Нет, ничего нет. О май гад. Царь был сбит, что ли? У него... А, вот он. Наверное, вот он.
Он туда, видимо, заезжал еще что-то позабирать. Есть ядерные подлодки, вот они, две штуки. Ядерки, правда, не хочу строиться. Если царь Антинюки убьет, вовремя ядерные подлодки начнут кидать ядерки, то, соответственно, до сих пор игра еще ничья. Час 19, ничья игра, последний щи. Но вот эта высадка очень хорошая, вовремя не была она остановлена. И, соответственно, ой, магнитик-то, ой, магнетик, зачем ты здесь стал, отходи. Они не видят. Они не видят, а он? А он-то видит? Ну, он видит перемещение, но они скрываются, правда, периодически. Но, может, я не среагировал, может быть, он уже устал. Я думаю, что ему уже все равно. О май гад! Неужели магнитик сейчас просто возьмет и умрет? Еще бомберы налетают сверху, делают дэмэдж. Последний шанс правой команды. Я так полагаю, что все, вошел уже в дизмораль и не хочет выживать. Здоровья, откровенно говоря, мало. Артиллерии, честно говоря, много. Я думаю, что уже все. Он отходит под статическую оборону. Колосс достроен на треть. Но я думаю, что да. Воздушные снаряды падают в него. Сплэшем попадает прямо в здоровье. 9000 было, вот уже 6200. Магнитик примагничился. К могиле! Ну, я так полагаю, что... Хотя нет, смотрите, он отходит под статичную оборону. Да, но с воздуха-то его никто не гасит. Да и ладно, артиллерии такое количество, что даже обливаны не смогут вынести его. Даже у Таушала, возможно, не смогли. Хотя у Таушала, может, и не смогли бы. Все, игра сделана. Последняя ядерка была выпущена магнетиком, но, возможно, уже не долетит. Реплеер кончится. Да, все, он кончился. Даже если бы она долетела и убила бы их, игра кончилась раньше. Дорогие зрители, я надеюсь, вам понравился этот мега-реплей. Гигантский ситон. Ситон колоссальный. Желаю вам здоровья, добра, любви и процветания. Спасибо за внимание. До свидания.